Всем привет, добро пожаловать в Fallout 4. Моды вышли на новый уровень, и в этом видео предлагаю вашему вниманию небольшой такой обзор одного из них. Значит, автор добавил два, это под названием Ransacked Relays and Thunder Subways. Вот так вот. Ну, чего-то особенного здесь нет, какого-то там шедеврального длительного сюжета, но он добавил новые локации, новых боссов и, что немаловажно, какое-то новое оружие. Давайте на один из них взглянем, ну а дальше посмотрим, как здесь будет эта первая ласточка, запоет или нет. Так, давайте возьмем вначале с... значит, так, это Макриди, господи, не узнал. Так, Кюри... Значит, Силач, Ада, Хэнкок, о, Кейт. А ну-ка, иди сюда. Ага. Привет. Ну что, продолжим, давай. Побежали. Так, а Котсворда мы нашего оставим здесь. Совершить путешествие, да. Ну что, побежали. Так, и... отправляемся на наши приключения, которые вот здесь. Посмотрим, что здесь у нас интересное. Так, о. Так, мы на месте. Пушки к бою. Так, как-то нет патронов. Патрон тут до хрена ложен. Так, возьмем дробаш. Хотя, наверное, вот это. Вот, пока спрячь. Тихо. Что это такое? Мина, хренась. Пока фонарик. Спрячем оружие. И нам... я уже вижу какую-то локацию. Неисследованную, неизведанную. Ты бежишь? Вроде да. Потопали. Посмотрим. Так, тут мы не потонем. Да вроде не должны. Так, какой-то твари здесь нет. Наверное, дробаш лучше взять. Что это там такое? А, это шхуна. Маяк. Еще какой-то кораблик. А нам сюда. Итак, что нас здесь ждет? Pumpernickel Association. Ага, такой точно я еще не встречал. Это явно... эй, ты чё? О, застрял. Вылазь. Добавлено было модом. Вот, какое-то здание непонятное. Ну что ж, пойдем посмотрим. Что-то у нас... ого. Ага, спуск. Фига себе. Крутые у вас тут лестницы. Ой-ой-ой. Какой туман. Там тоже. Туман что-то не хочу. Хрена себе. Вот это сюрприз. Так, а ну-ка инфо. Вот это. Заданица добавилась. Find out what the hell that just was. Бляха-муха. Ну ладно. Поймите, что тут вообще произошло. Там поезда ездят? Что-то не особо. А тут что? А тут завал какой-то. Понятно. Значит, нам один только путь. Вперед. Пушку я пока спрячу. Ага. Прикольно. Ага, вот этот поезд. Нас тут не раздают? Вроде нет. Давайте тут пока посмотрим. Потому что еще один какой-то будет ехать. Да нет, вроде тихо пока. Если что, мы где-то вот здесь вот спрячемся. Может тут как... о, то тут пройти можно. Здрасте. О, какой-то бомжик валяется. Ты кто? Билли Налок. Ага. И какая-то записка от него.
Тролливали. После всего, что я тут накопал, я наконец-то восстановил тестовую систему монорельса. Использование поездов как сверло, что-то такое было она. И бриллиантовая идея. Джилл никогда не увидит, что это ее идея стала все-таки нормально, короче, стала. Так, хорошо. Может, тут что-то включить надо? Вроде нет. А что там с тебя? Утепленная синяя куртка. Ага, ну ладно. Ага. Прикольно. Так, тут завал. Да нет, вроде. Эй, Кейт, шуруй сюда. Ну, кажется, здесь не пройти, да? Какой-то туман. Потопали вперед. Что-то меня так трясет. Так, поезд. Тут может как-то... А тут можно залезть? О, залезли. Лады. А наша подружка как-то... Смотрите, она в полный рост туда заходит. Так, тут можно спуститься, а тут хрен пройдешь. И чё? А там вот можно как-то... Да, здесь можно пройти, значит, здесь нужно как-то протиснуться. Эй! А, ну тут просто. Вот сюда. Может, тут какие-то ловушки, нет? Свечи горят. Такой храм какой-то или что? Тут все завалено. Какие-то, мать их, яйца. Гигантские просто. Смертокох-то, что ли? Так, а этот товарищ распилил таки одно. Ну ладно. Кстати, может какой-то именной нож, нет? Нет, обычный боевой ножик. Кейт, ты где? Ну, сейчас где-то телепортируется к нам. Так, еще один поезд. Ой-ой-ой. Как это яма. Обвал. А что тут? Там вот какая-то комнатка. Тут можно как-то... Звездное небо видно. Все дела. Ой, тихо-тихо-тихо. Сейчас я как бабахнусь. Давай туда вот перебирайся. Посмотрим, что здесь. Тут, кажется, все закрыто, забито, заколочено. Значит, все-таки в поезд и по нему прогуляемся. Где Кейт? Мать ее. Хрен ее знает. Трупы. Ну, тут я расшиб... Ну, я-то не расшибусь, но что-то прыгать особо не хочется пока. Перекосило. Пока ее не видно. Так, и здесь... Ох ты, елки. Я не знаю, тут можно как-то спуститься по-нормальному, как говорится. Без силовой брони. Ну. Так, ладно. Здесь нифига. Какие-то балки торчат. Какие-то. Ладно, сейчас. Твою налево. Так, надо брать большую пушку. Что-что? Мирелук. God Queen. Сейчас, секунду. Deathkiller Supreme. Господи, вот это название. Подъем, мать твою. Ой, какой-то дрянью плюется. Ой, не попал. На тебе. Кислота. Кажется. Да, просто обжигает. А я ей практически не ношу ни на какого урона. Промах. Промах, о, попал. Так, надо, наверное, как-то пробегать.
На тебе. Слушайте, а эта тварь, по-моему, не так убивается. Что здесь у нас? Какой-то туннель. Может, какую-то мину активировать или какую-то турель. А... Или вот так вот. Кейт там воюет. Так, подлечимся. Куда это ведет? Здесь нигде обойти нельзя. Что тут у нас? А здесь поезд. Может, как-то разбить вот это надо и поезд запустить? Сейчас мы узнаем. Интересно добавил, конечно. А, кажется... Слушайте, она его такой убить может. Но нет, кажется, этим совсем чуть-чуть мы урона ей нанесли. О, какая-то кнопка. Что это такое? Ой. Кейт, ты живая? Смотрите сразу, сколько урона. Я понял, вот еще один рельс. Давай, побежали, побежали. Так. Ну-ка. Едет вот. А теперь совсем чуть-чуть осталось. И вот последний. Прикольно сделал. Что-то патронов говорит, что нету. А как сюда залезть? А, вот. Патронов-то дофига. Ну вот. Из-за модов часто глючит. Так. Так, а, отлично, вот кнопочка какая-то. Бах! Да, в общем, это королева взорвалась. И палец коготь отлетел в сторону. Вы быстро поймали его с вашими довоенными ловительными какими-то способностями. Положили в карман, в общем. Это, возможно, будет полезно, как модификация для какого-то оружия... оружия когти, что ли, такого плана. Ты где? Выполнено. О, и задание сразу выполнено. Так, тихо. Перепрыгни. Кейт. А где она? Была вроде здесь. Черт ее знает. Давайте посмотрим, что там с ним. Кстати, по поводу оружия. Так. Вот он. Как он тут выглядит? Ну, обычный, как с когтя смерти. Значит, 85 урона, 3 то ли отравления, то ли кровотечения. Средняя скорость, 10 весит, 75 цена. Вот такая вот фиговина. Я предполагаю, что его можно улучшить, еще сверху навесив. Значит, дайте выйти. Еще один коготь. Так, оружие пока спрячу. Что тут внизу? Гнездо. Так, тут куча радиации. По-моему, там пройти нельзя, да? А что у нас здесь? Тут тоже пройти нельзя. Значит, нифига. Ну, мог бы какой-нибудь сундучок еще добавить. Хотя фиг его знает. А где Кейт? Черт ее знает. Так, ну в поезде в этом нифига. Вроде как. В том вроде тоже нифига. Может, здесь что-то интересное есть. Вот здесь какие-то вагоны валялись. Здесь тоже вот монорельс. Так. А сверху. Сверху вот вагон, но к нему вроде как не добраться.
Там разбитые платформы. О, появилась. Кстати, здесь дверь какая-то. А, здесь просто быстрый выход куда-то. Сразу наверх, да? Так. Вот такой вот получился. Как-то я не могу пройти туда. Ага, понятно. Это с обратной, что ли, стороны? А, здесь вход, там выход получается. Ясно. Что хочется сказать. Такой вот коротенький, конечно, получился мод. Это один из... есть еще один. Мы посмотрим на него в следующей серии. Ты что тут застрял? Получается, новый босс, новая локация. Все как было заявлено, еще и новое оружие. Первая ласточка, говорится, на пробу. Самое оно пойдет. Я, по крайней мере, доволен, что модификации доходят уже до такого уровня, не просто какие-то вот одежды и тому подобная фигня. На этом буду с вами прощаться. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить какие-то новые видео по другим интересным играм. Всем удачи. Пока-пока, народ.